Так, следующий день смотрим, какие тут изменения. Ну, мы видим, что уже больше половины он уже отцвел. Вот посмотрим поближе. Видите, вверху уже цветет. Ну, уже середина и низ выцвели, но красиво цвело. Еще раз вверх. Покручу такие ракурсы. Такую прокрутку сделаю. Да, пару дней, и он уже полностью отцветет. Что ж, посмотрим, что будет завтра.